Итак, всем привет, дорогие друзья! Начинаю сегодня наш влог. У нас сегодня день соревнований по волейболу. Они будут проходить на пляже 2К21. Уже заявлено 10 команд, то есть будет классика 6 на 6, не пляжники 2 на 2, а именно классический волейбол 6 на 6. Там будет в команде должно быть минимум 2 девочки, то есть 4 мальчика, 2 девочки, 3 девочки, 3 мальчика. У нас достаточно сильная команда, я считаю, у нас 4 мальчика, 2 девочки. Я в данный момент еду забирать девочку, потому что она сама доехать не может. Вот, так что еду, сейчас ее забираю, и мы стартуем уже на пляж. Итак, наши соревнования начались. Принимают участие 10 команд. На этой сетке у нас 5 команд играет с 1 по 5 место. Это первая, получается, у нас первая подгруппа. И вторая подгруппа у нас тоже с 1 по 5 место. Потом с обоих подгрупп выходят 3 команды. Я люблю Геленджик. Видите, как они прыгают на фоне пляжа. Я вот сейчас хочу прогуляться к пляжу. Посмотреть вообще, купается ли кто-то. Ну, как мы видим, по шезлонгам уже у нас отдыхающие есть. Очень много людей на самом деле ходит по набережной. На улице сегодня очень тепло, прям очень жарко, около 20, мне кажется, на солнышке 25 градусов полноценных. Думаю, что сегодняшка мы немножечко подгорим, потому что солнце печет, а когда играешь, забываешься о солнце, и, в общем, собачка в тенечек спряталась, бедненькая. И забываешься, в общем, о том, что ты находишься на солнце. Тем более, я еще нахожусь в очках, вот даже сейчас стою на песке ногами, он горячий, прям достаточно горячий. Я думаю, что я загорю сегодня по футболочку, по шортике и по очки. Угу. Очень будет замечательно, у меня загар. В шортах, в купальниках. Ну, купающихся я особо не вижу, потому что вода еще как ни крути холодная. Ужасно горячая вот эта дорожка просто. Волейболисты, скорее всего, вторая подгруппа. Ну, в смысле, скорее всего, ребят, может быть, они просто так играют между собой мячом. Может быть, они участвуют в соревнованиях. Да, ну, сборные команды, 4 мальчика, 2 девочки. 2 уже игры мы отыграли, 2 игры мы выиграли. Еще осталось еще 2 игры у нас, получается, на этой площадке. И мы уходим на ту площадку и уже играем с победителями той подгруппы первое, второе место. Я, короче, вас запутала со своими группами, подгруппами, местами и всем прочим. Вот, так что... Так. После... Сейчас они отыграли. После них еще одна команда играет. И потом играем мы. То есть у нас еще 2 игры. Получается. Пойду схожу я все-таки к воде, к морю. Посмотрю, что там происходит. Такое замечательное настроение, если честно. Прям как-то на душе из-за того, что солнышко светит. И уже я вижу раздетые люди на пляжах, отдыхающие. Очень становится приятно, прям классно. Что скоро открытие, что мы будем приходить купаться. Алина у меня вообще ждет, не дождется. Она мне каждый день говорит: «Мам, когда купаться? А когда купаться? Купаться когда? Скоро купаться? Или сколько дней осталось? А сколько ночей осталось?» В общем, ждем с нетерпением. Судя по тому, сколько людей в мае, я предполагаю, что мы побьем рекорд нескольких лет, я думаю, которые прошли в посещении Геленджика туристами. Одеяло. Ху-ху. Ауч. Ё-моё, вода просто ледяная.
Я не буду рисковать. Ужас. Так, соревнования у нас продолжаются. Я, к сожалению, много снимать не могу, потому что постоянные игры. Мы в своей подгруппе выиграли 4 команды. То есть, соответственно, мы заняли в подгруппе свое первое место. То есть в нашей подгруппе осталось 2 команды, которые выиграли первое и второе место. И вот в этой подгруппе, во второй, они тоже сейчас играют по местам, их расставят. И у них также остается первое и второе место. И мы уже с одной подгруппы первое место, со второй подгруппы второе место. Короче, я вообще зачем столько информации говорю, вы все равно ничего не поймете. Короче, мы сейчас играем, у нас финальный турнир. Сейчас заканчивает подгруппа это играть. И мы уже на этой площадке будем играть финал, так сказать, с 1-4 места. Поэтому, ребятушки, я вам обязательно расскажу, какое место мы займем. И очень нелегко нам сегодня дается. Я чувствую, что я, скорее всего, вся сгорела, потому что впервые со своей белой кожей, как у курицы, я нахожусь так долго на солнце. Вот, я думаю, что сгорела сегодня не только я, а все, кто играет. Поэтому не так уж обидно. Ну, зато загар появится раньше. Народ все прибывает, прибывает. Я уже вижу, что гораздо больше людей стало. Когда, ну, то есть сейчас больше, чем когда мы приехали. Вот, поэтому Геленджик-то процветает, туристы едут отдыхать к нам, Геленджик. Неправильно делают, на самом деле погода суперская, завтра вроде бы обещают дождь и понижение температуры, там где-то 16 что ли градусов обещают, ну ничего, зато через неделю, в конце следующей недели, у нас уже 26, хо-хо. Подайте мяч, пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Наша команда, кстати, разминается. Ребята играют за 3-4 место. И после них сразу будет игра за 1-2 место, в которой мы будем участвовать. Команда вторая тоже не слабая, поэтому думаю, что игра будет очень насыщенная и напряженная. К сожалению, никто поснимать не может, как мы будем играть. Я вам потом просто расскажу, как это было здорово. Наш турнир. Мы заняли 1 место. Вот стоят ребята, вот наша команда. Очень, конечно, было нелегко все это, но все-таки мы это сделали. Аллилуйя. Обязательно покажу медали и кубок. Каждый на своем уровне. Спасибо большое, что собрались, поддержали. Давайте поаплодируем всем участникам. Мы молодцы, ребята. У нас за участие в турнире. За участие в турнире награждается команда «Косички». Это мальчик, если знает, ему 74 года. Самый возрастной участник. 17 лет! Послушаем, давайте послушаем. Никогда не стареем. Держитесь. Спорт – это сила. А то, что вот тут бегают, это все прочее. Я там в пансионате всех завел, конечно. А в основном хотел бы сказать, что мы... Папа участвует. Царство им небесное, конечно. Почти в минуту хватит. Завтра будет день победы. Но мы сегодня скажем хорошее. Потому что, знаете, когда задрапывает мавзолей и все прочее, это не хорошо. Ребята, с этикеткой 89-го года выпуска. Хочу наградить наших. Ой, да пойдемте к вам. Ура! 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 Ура
является победителем нашего сегодняшнего турнира. Команда Гел Моли. Молодцы. А также отдельная грамота. Лучшим игроком турнира признан Качатур Степанян. О, ребят, а что-то я забыл вам отдать-то призы. Все, да, да ладно, уже не надо. Шампанское. Все, ребят, более торжественная часть всего. Фотографию сделаем вообще. Давайте, давайте все. Участники, болельщики. Ребят, давайте общую фотографию. Такое количество медалей у меня сейчас на данный момент. Золото, сегодняшняя медаль. Первое место. Очень красивая. Ну, в смысле, она обычная, конечно. Есть даже третье место было дело. Это в том году. Очень клево. В итоге я вам полностью не показала грамоту. Вот так вот выглядит грамота. Гел Воли — это название нашей команды. В общем, да. Вот грамота, кубок, первое место, турнир по волейболу посвящается Дню Победы Геленджик 2021, вот такой вот. У меня первый в кубок в Геленджике. Дорогие друзья, у нас был сегодня замечательный турнир. Я, как любитель загорать на пляже и, в принципе, любитель вот такого вот загара, я не думала, что будет такой результат сегодня. Я немножечко сгорела. Чуть-чуть. Причем мне не пекло настолько сильно. Я не была красная, как когда были соревнования. Ну, я думала, что ладно, все нормально. А сейчас у меня просто все болит. Вот что значит, как мы боролись за первое место. Мы были там с 10:30 утра до 6 вечера. Все это время мы проводили на пляже под палящим солнцем. Но самое главное, мы из 10 команд заняли первое место. Я благодарю всех, кто был с нами в команде. Точнее, у кого я была в команде, всех ребят, кто играл. И сегодня было очень круто, очень здорово. И, блин... Иной раз даже было моментами нервозно. Вот, ребят, все, я на сегодня заканчиваю свой влог. Я очень счастлива. Поддержите меня, пожалуйста, в комментариях. Мы заняли опять, хочу сказать, серьезно, первое место. Если вы не знали, я только что ведь не говорила об этом. Зачем мне еще-то раз говорить? Первое место вообще, на секунду. Не второе, первое. Господи. Алина чистит чеснок у нас, да? Да. Мы будем делать сейчас креветки. На праздник. На праздник. Давай, скажи всем что-нибудь интересное, веселое, познавательное и доброе. Что? Я не знаю. Познавательное, доброе. Не знаю. Нифига ты начистила уже. Ты такая молодец. Ладно, все, говори всем пока. 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 Приветики передашь? Привет. Все, это Error 404. Все началось. Ребят, спасибо всем за просмотр этого видео. Спасибо всем заранее за комментарии. На сегодня наш влог окончен. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.